Всем приветики! Получила посылку на свое имя. Вот. А что у меня здесь? Пока угадывайте. Вот. Сейчас открою и все покажу. Так. Черный пакет мы сняли. Еще пока не догадываетесь. Что это? Может быть, кто-то догадывается. Пупырчатая пленка. Щелкать, не перещелкать. Как классно, а? Как я ее обожаю. Так, продолжаем дальше открывать. Сейчас все покажу. Вот такая вот интересная штука. Я думаю, вы уже догадались. Сейчас мы с вами вместе все это посмотрим. Так... Так, надо все-таки, наверное, мне штатив поставить на штатив. Или так попробовать. В общем, с этой стороны и вот с этой стороны вот эти штуки вот так вверх поднимаются. Сейчас покажу, во что это превращается. Та-дам! Вот такой вот раскладной стульчик. Как заверяет производитель, он выдерживает до 100 килограммов веса. Мне подходит. Я, конечно же, вешу меньше 100. Вот, поэтому я взяла себе вот такой вот легкий. Он весит 900 грамм. Он очень легкий, алюминиевый, раскладной стульчик. У меня просто такая возникла идея, то что, так, ну это вот за костыль вот у меня здесь, да, то что те, кто знает меня, кто меня смотрит уже давно, знают, да, то что у меня есть инвалидность второй группы, вот это мои ортопедические ботинки, то есть у меня с детства были проблемы с ногами, сейчас после операции, как бы, ну, не сейчас, а вообще давно после операции. То есть много ходить не могу, долго ходить не могу. Вот, поэтому, вот, те, кто не знает меня, те, кто первый раз смотрит, возможно, попал на мой канал, или, может быть, кто-то смотрит, но еще меня плохо знает, то у меня есть видео на канале «Знакомство обо мне». Вы можете посмотреть, там я все подробно о себе рассказала, свою жизнь, как говорится, как родилась и до по сей день, как говорится. Вот, про свою инвалидность, про все. Вот, в общем, вот такой вот взяла стульчик. С той целью то, что если выходить, допустим, гулять и куда-то где-то пойти прогуляться, то не везде есть лавочки. Я вот подумала, почему бы не поискать какой-нибудь маленький, легкий раскладной стульчик, чтобы идешь, идешь, раз устала, раз села. Он легкий. Вот, носить я не знаю, как я его сама с собой буду носить, но если я буду, допустим, не одна, а с кем-то гулять, то это вполне. Вот. Такой вот получается вот стульчик. Он алюминиевый, такой серебристого цвета. Вот. Вот эти вот, получается, штуки, они раздвигаются. Так, если их... Одной рукой не получается показать. Ну, в общем, я думаю, это не обязательно, да, вот показывать, как он просто вот эти вот штуки, две штуки вот так вот растягиваются, и все, и заворачиваются, складываются. Получается складной стульчик. Вот, в общем, короче, очень легко, вот. В общем, я очень рада такому приобретению. Такую штуку я купила, мне обошлось 10 тысяч. Беленький, беленький, спасибо. Беленький дружище занял мне, я у него занимала. Вот. Но уже вернула, просто на тот момент не было. Вот. И сегодня вот получила вот такую посылку, вот такой вот стульчик. Вот такая вот красота. Очень легкий. 900 граммов.
Надо, кстати, взвесить, да? Попробовать. Ну, я сразу скажу, весы у меня где-то примерно на 100 граммов, может быть, и неправильно говорят. Но весы, они их не видят. Может быть, то, что меньше килограмма, но они показывают по нулям. Вот. Это можно будет делать потом по-другому. Взвешаться самой, а потом взвешаться со стулом. В общем, вот такая вот посылка. Вот такой вот классный стульчик. Вот. Я надеюсь, что он меня выдержит. Всем пока!